Кружок по криминологии кафедры уголовного права Казанского университета при поддержке юридического факультета КФУ и Ассоциации юристов Республики Татарстан на платформе Zoom организовали круглый стол «Domestic Violence. Мифы и реальность». Как понятно из названия, обсуждалась одна из острых тем современной России, а именно проблема домашнего насилия. Тема домашнего насилия в России, она очень актуальна, потому что фактически механизмы, реальные механизмы защиты от домашнего насилия не отсутствуют. Причем здесь ребята очень поставили вопрос, крайне интересно, они ставят вопрос о домашнем насилии не только со стороны мужчины в отношении женщины, но и женщины в отношении мужчины и родителей в отношении детей. В рамках этой темы обсудили закон о профилактике домашнего насилия. Авторы нашего мероприятия представили свои собственные проекты, и мы хотим обсудить вообще вопрос о том, насколько целесообразно принятие такого единого кодифицированного закона о профилактике домашнего насилия, и, во-вторых, что должно в нем содержаться, если есть необходимость его принимать. С докладами выступили не только практикующие юристы, но и студенты российских вузов. Любой круглый стол – это развитие теоретического представления проблемы, предложение решения детей. Кроме того, в данном случае это соединение с практическими работниками. То есть это то место, где соединяются непосредственно практика и теория и рождаются возможные пути разрешения. Кристина Надышина, Универньюз.